Темно, страшно. Трусиха. А вот и не трусиха. Боже мой. Да на тебе лица нет. Как нет? Ой. Лицо есть. И все на месте. Не ковыряй в носу. Неприлично. Да и пальчик сломаешь. Подумаешь. Опять это нелепое слово. Лучше погляди на себя в зеркало. Чудовище какое-то. И вовсе не чудовище, не чудовище. Не попугайничай. Я хорошая. Хорошая, хорошая, самое лучшее. Сейчас умоемся, переоденемся и приведем себя в порядок. Холодно. И ни чуточки не холодно, капризуля. Заморозите ребенка. А почему так поздно пришла? Во. Что я? Я ногу натерла. А, кстати, почему ты кричала? Где твой ключ? Какой ключ? От входной двери. От входной? Да-да, от входной. Не знаю. Растеряха. Вот вернутся твои родители, все расскажу. Не дрози, попугая. Александра! Ну ладно, ладно. Успокойся. Никому ничего, никому ничего не скажу. И про фартук? И про фартук, и про фартук. Честная пионерская? Честная, честная. Сейчас схожу к слесарю за ключом. Я есть хочу. Потерпи немного, вернутся твои родители, пообедаем вместе. Я пить хочу. Ничего сладкого в рот не бери, не порть аппетита перед обедом, сластена. Ладно. Ладно. Эх, внученька, внученька, если б ты могла посмотреть на себя со стороны... Эх, бабушка, бабушка... Ничего плохого не вижу. Девочка как девочка. И даже очень красивая. Со всех сторон. Я девочка шутливая, веселая и милая. Со всех сторон красивая. Со всех сторон. Все любят меня милую, веселую, шутливую. Со всех сторон красивую. Все любят горячо. Сидите смирно. Не шали, и все-то мне позволено, и все-то мне дозволено. А что в буфет положено, то значит для меня. Мяу. Мяу. Барсик, барсик. Я зеркало не простое, волшебное. Волшебное? Сказочное? Да, сказочное. Барсик! О!
ты, девочка? Я твое отражение. Мое отражение? Да. Меня зовут Ело, а тебя Оля. Правильно. А как ты догадалась? Это очень просто. Ведь если я твое отражение, значит и имя у меня такое же, только наоборот. Интересно. Ело это значит Оля наоборот. Да. Слушай, а где Барсик? Не знаю. Барсик, Барсик! Еще не знаю. Козёл. Бабушка козлика очень любила. Раз-два, раз-два. С кашей сварила. Фи-фи. Вздумала с козлику в лес погулять. Раз-два, раз-два. Съела козла. Кто? Бабушка Фи. Дедушки. Что? Кто? Скажите, пожалуйста, вы не видали наших барсиков? Виноват. Кто, дедушки? Вот. Ах, он, дедушка. Я вы, дедушка. Нет, это вы. Дедушка. Нет, вы, дедушка. Нет, вы. Нет, вы. Хорошо, хорошо. Мы дедушки? Да. А вот посмотрите-ка туда. Какие же мы дедушки? Теперь поняли? Не совсем. Позвольте представиться. Я главный церемонимейстер королейшего из королейших. А я наиглавнейший церемонимейстер королейшего из королейших. Хорошо, хорошо, хорошо. Пусть вечно королевствует король Ягупоп. Пусть королевствует. Ква, ква. Ягупоп? Попугай. И ничего смешного. Не забывайте, что вы находитесь в наикривейшем королевстве кривых зеркал. Это королевство кривых зеркал? Совершенно верно. А из вас песок сыпется. Бабушки. Вы ошибаетесь. Мы ученицы третьего класса 499-й школы. Ученицы третьего класса? Да. А ну-ка, посмотрите-ка вот туда. Ну? Что вы теперь скажете? Старушенцы. Внимание! В гром-променаде наследует Ее Величество, вдовствующая королева, и Их Высочество, президент.